Как наш любимый достопочтимый пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иннама аль-улама варасату аль-анбия». Поистине ученые, обладающие знанием, являются наследниками пророков. И в другом хадисе, который передает Усман ибн Аффан ради Аллаху анху, наш любимый пророк Мухаммад, мир ему и благополучие, чья личность является милостью для всех миров, сказал: «Хайрукум ман та'аллама аль-Кур'ана ва 'аллама». Самый лучший из вас – это тот, кто учит Коран и обучает ему. Перед нами сейчас стоит такой человек, который является одним из лучших людей среди людей. Будучи наследником пророков, который уже с 5 лет он ясно знал, что ему было предписано Всевышним Аллахом, что Аллах на него возложил. И когда то время, когда его ровесники мечтали стать летчиками или танкистами, он неустанно трудился, обучался в Саудовской Аравии, в Королевском университете. И в данный момент, на сегодняшний день, он является одним из имамов-хатибов в Москве, в мемориальной мечети, где он, иншаллах, проповедует религию ислам. Алхамдулилля, это наш достопочтимый гость, уважаемый, он приобрел места, теплое местечко в сердцах многих мусульман, особенности русскоязычных молодежи, своими хорошими проповедями и также красивым чтением Корана и красивым нравом. Давайте, иншаллах, уважаемые братья, сейчас, иншаллах, вместе все, соблюдая все адабы, послушаем наставления нашего всем уважаемого нашего гостя Асхада Гыматдинова. Баракаллаху фикум. Джазакаллаху хайран. Баракаллаху шейх аль-Анджаз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله لا يسأله مخلوق عن علة فعله ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار على نهجه واهتدى بهديه صار في نور نهاري إذا جلاها ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые братья, перед тем как начать, иншаллах, наше такое напоминание, хотелось бы сказать: اللهم لا تؤخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. О Аллах, не спрашивай меня за то, что говорят обо мне, и прости меня то, что обо мне не знают люди, и сделай лучше, чем обо мне думают. Поэтому, шейх Ильяс, джазакаллах хайр, я очень признателен. Дай Аллах, чтобы быть таким, иншаллах, мне, иншаллах, видно, субханаллах, и прости Всевышний Аллах, субхану ва тааля. Хотел также передать привет от мусульман России, от мусульман Москвы, от мусульман России, в первую очередь от председателя Совета улемов, под председателя Совета муфтиев России, шейха Равиля Айнуддина, ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату, от ваших братьев, мусульман, которые любят вас ради Аллаха, субхану ва тааля, которые делают дуа би захри л-гайб, то есть делают дуа за вас, также вы за них делаете дуа. Всем от всех братьев, ассаляму алейкум, рахматуллахи баракату, я'ляму Аллах. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, знает то, что мы сюда приехали ради Аллаха, субхану ва тааля, навести своих братьев. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном хадисе: «Валя яхфа ан джалали ильмукум». То, что один брат, когда отправлялся по пустыне, Аллах, субхану ва тааля, арсалу илейхим аль-малак. Аллах, субхану ва тааля, послал к нему ангелы. И тогда этот ангел спросил: «Куда ты идешь?» «Я иду навести своего брата». «Халя андик шай анде?» У тебя что-то есть от тиджара, какой-то может быть бизнес, какие-то может торговли и так далее. Что-то ты от него хочешь? Ла илля ан азураху лиллях. Нет, я ничего не хочу, кроме как навестить его ради Аллаха, субхану ва тааля. Ла анни ухиббу лиллях. Потому что я люблю его ради Аллаха. Тогда этот ангел говорит: «Фа инни расулю ми раббил аламин, убаширук анна Аллах юхиббук». Я посланник, ангел от Аллаха, субхану ва тааля, хочу тебя обрадовать, то, что Аллах, субхану ва тааля, тебя любит, так как за то, что ты любишь своих братьев. Альхамдулиллях, большое спасибо за приглашение.
Анвар Хаджи, альхамдулиллах, также по поручению муфти Равина Айнуддина, сюда мы, альхамдулиллах, прибыли, и по приглашению нашего брата, альхамдулиллах, Анвар Хаджи, очень красивая мечеть, маша Аллах. Альхамдулиллах, радует глаз и сердце. Потом пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен бана лиллахи масджидан, бана Аллаху лаху касрам фил джанна». Тот, кто ради Аллаха построил в этой жизни мечеть, Аллах субхана ва тааля ему построил дворец в раю. Да, Аллах субхана, чтобы было, иншаллах. Также это не первая мечеть в Бишкеке, которую я посещаю. Недавно была другая мечеть, Махалла мечеть, такая красивая мечеть тоже, альхамдулиллах. И Бишкек и Киргизию я еще полюбил 10 лет назад. Не первый раз я сюда приезжаю. На протяжении 10 лет каждые 31 марта я сюда прилетаю на хатму Кур'ан нашего дорогого брата, старшего брата Эдуард Хаджи Макаева. Тоже, альхамдулиллах, каждый год он проводит хатму Кур'ан, и мы там тоже встречались. И он вам тоже, буквально позавчера мы с ним делали ифтар, большой салям передавал. И дай Аллах, субхана ва тааля, чтобы, иншаллах, как говорится, почему любишь эту местность? Перед тем, как ты полюбил эту местность, любишь людей в этой местности. И всегда, альхамдулиллах, когда в Москве приезжают наши братья, кыргызы, уйгуры, машаллах, как родные братья, как будто мы близкие, альхамдулиллах. Я говорю, машаллах, ты из какого Бишкека? Я знаешь такой район, знаешь такую мечеть? Машаллах, видно, альхамдулиллах. Поэтому, да, Аллах, субхана, чтобы мы были любящим друг друга, ради Аллаха, субхана. И это братство продолжалось не только в этой жизни, но и до судного дня. Как Аллах, субхана ва тааля, говорит в Коране, «Астаъузу биллахи аль-ахилляу яумаизин ба'дхум ли ба'дин адуун илляль муттакин». Любящие друг друга люди, друзья, в судный день друг другу будут врагами. Кроме муттакин, кроме богобоязненных. Кроме богобоязненных, они в раю будут вместе. Поэтому, как говорится в хадис, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, когда мусульмане верующие зайдут в рай, два брата على الارائك متكئين, как сказано в Коране, будут на качелях неких таких кататься и друг на друга смотреть, على سرور متقابلين, друг на друга смотреть и буду говорить: я ухай, а ты дри мата غفر الله لنا وادخلنا الجنه. О мой братишка, знаешь, когда Аллах субхана нас простил и вел нас в рай, لما كنا في مجلس كذا وكذا ذكرنا الله عز وجل فنظر اليه بنظره الرضا فغفر لنا وادخلنا الجنه. Когда мы были с тобой в дунья еще на таком-то мероприятии и вспоминали Аллаха субхана ва тааля. Да Аллах, чтобы это было из этих мероприятий. Аллах субхана ва тааля посмотрел на нас взором довольствия, простил нас и ввел нас в рай. Поэтому дай Аллах субхана ва тааля, чтобы Аллах субхана посмотрел на нас взором довольствия. И ليس بعد رضا الله الا الجنه. Нету ничего кроме рая после довольствия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Уважаемые братья, сегодня 11 день поста, 12 таравих. Мы их с вами вчера как будто только встречали Рамадан. И каждый Рамадан он пролетает все быстрее и быстрее. Поэтому, субханаллах, يعني, этот Рамадан мы сколько ждали, пришел Рамадан, и уже почти половина прошла. Аллах аль-Азим, мы не успеем моргнуть глазом, и полностью Рамадан закончится. Субханаллах, сегодняшний день... Мы думали, когда, как будто Рамадан где-то далеко, где-то позади, месяц и так далее. Но однако, ямурру сари'ан, фахакада кулюль умр, хатта намут. И так наша жизнь с вами пролетит быстро, и уже мы вернемся к Аллаху субхану ва тааля. Как пролетает месяц Рамадан быстро, как мы ждем, так же наша с вами жизнь быстро пролетит. И мы встретим ангела смерти и вернемся. Иля ман хуа рахаму бина мин абаина ва уммахатина. Вернемся к тому, кто более милостив к нам, чем наши родители, папа и мама, к Аллаху субханаху ва тааля. И здесь задается вопрос: хаза шахр рамадан, хал хуа якун шахидун лана ау алейна? Здесь вопрос: этот месяц Рамадан, который мы с вами проводим, постимся, читаем тарвих, и задается вопрос: он будет заступником за нас в судный день или против нас? Поэтому некоторые народы фариху би итмамихи, لأنهم تخلصوا منه. Есть народы, категории в отношении Рамадана делятся на две категории. Одна категория радуется, что закончился Рамадан, и возвращается на ту жизнь, которая была до Рамадана, на какие-то вредные привычки, на грехи и так далее. И они ждут, и же каждый день, вот, альхамдулиллах, сегодня 12-й таравих, альхамдулиллах, 11-й пост, чуть-чуть осталось, закончится, маша Аллах, уже не надо будет поститься, и возвращаемся. А другая же категория, фариq, يحبون الله ويحبهم الله, которые любят Аллаха субхана ва тааля, и Аллах субхана ва тааля их любит. Каждые секунды, каждая минута Рамадана они наслаждаются, не хотят, чтобы он закончился. Как говорили асхабы, саляфу салих, если бы вы знали, какой баракат, какая
благодать в этом месте, вы бы не хотели бы, чтобы он закончился. А какая благодать? Абуабу аль-джанна мафтуха, абуабу ан-нар мугляка, марадат аль-джин ва шайатин. То есть все двери рая открыты, двери ада закрыты, джин и шайтан, они на цепи, прикованы. Ва юнади аль-мунади, призывает глашатый, я баги аль-хайр, акбиль. Вот тот, кто хочет за себя блага, прими это. То есть войди в Рамадан, читай намаз, как сказал саллаху алейхиссалям, «Ман кама Рамадан иману вахтисамену гуфиру алейху ма тукаддами ми дамби». То, кто выставил Рамадан в ночных молитвах, в таравих, в тахаджуд, с иманом, с верой и с надеждой, что Аллах субхану тааля его простит, Аллах простит его. Постись, не совершай мухаррамат, не смотри на харам, не говори харам. Как сказал пророк Мухаммад саллаху алейхиссалям, «Ман лам яда'а кавля зур валь амала бих, фалейса лиллахи хаджат ан яда'а таама ва шараба». Если кто во время поста не оставляет сквернословие, обман, плохие слова, то Аллаху субхану тааля нету нужды, чтобы он оставил еду или питье. То есть как мы провели это месяц Рамадан? Я баги аль-хайр акбиль, я баги аль-хайр акбиль. О, кто хочет блага, прими это, прими. А какое благо? Аль-джанна, 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 аль-галия, рай, 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 он дорог. Как сказал Субхан Аллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна фил джаннати бабун юкалу лаху райян, ядхулу мину саимуна яуман киям». Фейда дахалу угрик. То есть у Аллаха Субхан Аллах есть отдельная дверь. Вот как сейчас, например, имам заходит через отдельную дверь сюда легко, то есть он может чуть попозже приехать, например, какой-то человек, отдельно зайти сюда и так далее. Ему не надо через толпу проходить. Также и в раю откроется дверь Райян. То есть не будем стоять в толпе, а заходите в Райян, Аллах Субхану скажет, заходи в Райян, это за то, что ты постился. А если когда постящиеся зайдут, закроются. И также наоборот, глашатай взывает, «Уя баги шар аксур». Вот тот, кто не хочет для себя блага, хочет только зла, не принимай это. Не ступай в этот месяц за поклонением. «Лилляйся лилляй хаджминк». «Аллах ля яхтадж мин амаль фи амалик». ولا يحتاج من طاعتك لا تنفعه طاعه الطاعي ولا تضره معصيه العاصي الله سبحانه не нуждается ничем سبحانه وتعالى الله سبحانه не навредит грехи грешников и не поможет поклонение поклоняющих غنينا عن كل شيء الله سبحانه وتعالى ни в чём не нуждается и обращается ко всем людям к верующим неверующим к мунафикам ко всем людям к мусульманам к мумминин, ко всем обращается Субхану ва Тааля и говорит «Я айюха ан-насу антуму аль-фукарау иля Аллах». О люди, вы нуждаетесь в Аллахе. Вы все нуждаетесь в Аллахе. Ни один человек не может 2-3 дня без сна прожить, без питья воды прожить, даже если он не верит в Аллах. Он нуждается в Аллахе, Субхану ва Тааля. А сам же Аллах, что Субхану говорит? «Валлаху аль-ганию аль-хамид». Аллах, Субхану тааля, богатый, самодостаточный, ни в чем не нуждается, Субхану тааля. И отсюда понимаем, Аллах, Субхану тааля, «Мин акбар халки». Самое великое, что Аллах, Субхану сотворил, арш, трон. И Аллах, Субхану тааля, в Коране говорит, Субхану тааля, «Ваяхмилу арша раббика фаукахум яума идин саманья». Судный день. Трон Аллаха понесут 8. Не сказал 8 ангелов, сказал просто 8. Самань. Фахталифа аль-муфассируна фи тафсир аль-ая. И разногласия между муфассиром в этом тафсире. Ба'дум калу захабу анна саманият аль-малаика. Ва ба'дум захабу анна саманият ас-суфуф мин аль-малаика. Одни из муфассиров сказали 8 ангелов понесут трон Аллаха субхана ва тааля. Другие же муфассиры сказали 8 сафов, рядов ангелов. У одного в хадисе сказано ангелы от одного мочка уха до другого расстояние 500 тысяч лет ходьбы. Вот такие великие ангелы, когда какой великий трон Аллаха и какой великий Субхану ва Тааля Халика. Какой Субхану ва Тааля великий? Фахуа Субхану ва Тааля ла яхтадж иля хаза аль-арш ва ман яхмилуна. Ганию на аль-арш ва ман яхмилуна. Аллах не нуждается даже в этом троне и всех, кто несет этот трон. Ганию на аль-малаикати ва ман юсаббихуна. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в ангелах, которые днем и ночью его восхваляют. Аллах Субхану ва Тааля, когда описывает своих ангелов, Субхану ва Тааля говорит: «Ла яасуна Аллаха ма амарахум, ва яфалуна ма юмарун».
они никогда не слушаются Аллаха, то, что Аллах Субхану ва Тааля им приказал. У них нету хияр, нет у них выбора, делать или не делать. И все приказы Аллаха Субхану ва Тааля выполняют. Ба'дум хулику сажидан, ба'дум раки'ин. Некоторых Аллах Субхану ва Тааля из ангелов сотворил в земном поклоне, некоторых сотворил в поясном поклоне. Постоянно восхваляют. И в судный день, когда Аллах Субхану ва Тааля скажет, ирфау руусаку, поднимите свои взоры на меня, и увижу, какой Аллах Субхану ва Тааля прекрасный, какой Он Субхану ва Тааля Карим, Ар-Рахим, Ал-Вадуд, Ар-Рахман, Ал-Гафур. Тогда они скажут, Раббана, ма абаднака хак ибадатик. Он наш Господь, должным образом мы тебе не поклонялись. Эти ангелы скажут, Аллах Субхану ва Тааля в них не нуждается. Ганиюна анил инс, умен ябудуна. Аллах Субхану ва Тааля не нуждается в людях, которые поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля. Ганиюна анил джинни, умен ярджуна. И в джиннах своих не нуждается. И отсюда, что мы понимаем с вами, уважаемые братья и сестры, то, кто не хочет для себя блага, кто то не постится, он, Аллах Субхану, не нуждается в его посте. Поэтому, когда иногда бывает человек, и во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, подтыкали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, некими словами, вот мы приняли ислам, мы уверовали, я Мухаммад, мы с тобой вместе. И это было тяжко на сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как будто они сделали одолжение пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. فأنزل الله سبحانه وتعالى من سورة الحجرات الله نزل آية من سورة الحجرات سبحانه وتعالى сказал يمنون عليك أن أسلموا они тебе делают одолжение то что приняли ислам يا محمد они делают тебе одолжение то что приняли ислам قل لا تمنوا علي إسلامكم скажи не делайте одолжение то что вы приняли ислам بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان это Аллах сделал вам одолжение то что нас сделал верующим. Валлах аль-Азим. Валлах аль-Азим. На сегодняшний день то, что мы находимся с вами в мечети, это великая милость. На сегодняшний день то, что мы с вами постимся, это великий подарок от Аллаха Субхану ва Тааля. Мы находимся именно в доме Аллаха, не находимся в доме шайтана. Не находимся в ночи, выставим молитвы, плачем, просим Аллаха Субхану прощения. Почему? Лиллахи утакау минан нар. Вахакада кулля лейла. Валлах Субхану ва Тааля ведет список, кто спасся от ада. Ага, сегодня Мухаммад спасся, сегодня Абдул-Карим, сегодня Мансур и так далее. Аллах Субхану ведет список. Ага, сегодня он освободился от наказания, да он не зайдет в ад. Это от чего, братья, от чего именно мы получаем, от чего? От нашего дуа, от нашего усердия в этот месяц. Как мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля? Тахаллусан ау такаррубан. Поклоняемся, чтобы побыстрее закончить? Или поклоняемся, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля? Поэтому من علامات الأولين, то есть из первых именно признак человека, который приближенный к Аллаху Субхану ва Тааля, то что мы с вами, братья, ради Аллаха Субхану ва Тааля смогли в этот месяц оставить халяль, питье, воду, еду. И как мы не оставим с вами харам? После того, как выйдем из этого месяца. Если мы смогли оставить халяль ради Аллаха, Субхану ва Тааля. В мечетях мы читали намазы. Просили у Аллаха, Субхану ва Тааля, прощения, чтобы Аллах Субхану простил нас. Нам было голодно иногда, хотели кушать, но оставляли ради Аллаха, Субхану. Была жажда, оставляли ради Аллаха, Субхану ва Тааля, питье. И также мы должны, после того, как закончится месяц, оставить мухаррамат, грехи, которые мы с вами делали. Закончится месяц Рамадана, уважаемые братья, быстро пролетит. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Ли сайми фархатан, фархатун инда фитри ва фархатун инда ликай Рабби". У постящегося человека две радости. Первая радость, когда он разговляется. Когда он разговляется, хади фархатул уля мин фархатил уля. Первая радость из первой радости, когда муаззин говорит: "Азан на салат аль-магриб". Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Мы берем финик, берем воду и радуемся. Радуемся почему? Не потому, что мы сейчас будем кушать, наедимся. Нет, мы все знаем, желудок он сужается, кушать больно не хочется. И нету такой сильной нужды в еде. А в чем мы радуемся? То, что, альхамдулиллах, мы с братьями вместе пропастились еще один день. Смогли сегодня пропаститься. Аллах Субхану дал нам возможность пропаститься. Сколько пишут нам письма, вопросы имамам, шейх Ильясу и так далее, имамам пишут,
вот у меня такая-то болезнь, я не могу поститься, что мне делать? Я хотел бы поститься, я вижу, как мои братья разговляются, но я не могу, у меня слезы текут. То есть Аллах нам дал с вами здоровье поститься, альхамдулилля. И мы берем финик, делаем ифтар, и благодарим Аллаха, субханаллах, что, дал нам возможность сегодня пропаститься. Вторая, аль-фарахату сзания мин фарахату л-уля, вторая радость из первой радости, йомуль Аид аль-фитр. Это когда начнется Аид аль-фитр. Ураза Байрам, праздник разговления, тогда мы будем радоваться, то, что мы весь месяц смогли пропаститься. И благодарим за это, субханаллах, ва-та'аля. Вторая, аль-фарахату сзания, аль-фарахату сзания, инда ликаа Рабби. Когда мы встретимся с Аллахом, субханаллах, ва-та'аля. Когда мы встретимся с Аллахом Субхану ва Тааля. И вспомните хадис, где Аллах Субхану ва Тааля в хадисе Кудси يقول: "Куллю амал ибн Адама лаху илля ас-саум, фа иннаху ли ва ана аджзи биху". Каждое дело, которое раб делает, это ради себя, кроме поста, это ради меня, я сам дам награду. Когда можно это прочувствовать? Когда сейчас хочется пить, выходишь, смотришь, стоит бутылка с водой, и ты сильно хочешь пить, и смотришь на эту бутылку с водой, у тебя есть возможность взять, открыть, но ты говоришь: нет. И тебя никто не видит, только ты Аллах, субхану ва тааля. Но ты говоришь: нет, я ради Аллаха, субхану, оставляю этот. Я ради Аллаха, субхану, оставляю. И вот тут вот нету в этом поклонении, нету рия. В каждое поклонение, когда намаз проводим, когда хадж делаем, закят даем и так далее, может зайти в рия, кроме сам. Сюда рия, показуха не может зайти. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит, когда ты удваивает, в 700 раз умножает благие дела, но в этом случае Субхану ва Тааля в судный день «Ва ана аджзиби», Аллах сам даст свою награду. Еще больше. «Ва ху акраму л-акрамин». Он самый щедрый из всех щедрых, Субхану ва Тааля. Поэтому в данном случае, уважаемые братья, кто-то просто так голодал в этот месяц, а кто-то постился. Когда, поэтому мы должны, альхамдулиллах, еще месяц не закончился, должны обновить свои нияты, должны приблизиться к Аллаху Субхану и попросить у Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он дал нам возможность полностью пропаститься и чтобы каждый пост был ради Аллаха Субхану ва Тааля. Однако Рамадан заканчивается, но поклонение не заканчивается, намаз не заканчивается, пост не заканчивается, садака не заканчивается. Аллах Субхану ва Тааля не сказал: «Фа'абуд раббака хатта ятияка шаваль». Аллах не сказал: поклоняйся Аллаху, пока не зайдешь в шаваль. Нет. А что сказал? «Фа'абуд раббака хатта ятияка якин». Поклоняйся Аллаху до тех пор, пока не придет тебе смерть. Поэтому قال سبحانه وتعالى: «Я айюха аллазина аману аттаку Аллах, аттаку Аллаха хакка тукатих, ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». О верующий, бойтесь Аллаха искренне боязнью и не умирайте, кроме как мусульманами. Имейте в виду, что чтобы умереть мусульманами, нужно стараться всю жизнь, через всю жизнь проносить поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Ман ааша аля шайин мата алейх. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: тот, кто на чем жил, на этом и умрет. Если человек жил на хараме и умрет. Если человек жил на халяле и умрет. Человек, который услышал хадис: «Ман кана ахру каламаху ла илаха илля Аллах дахал аль-джанна», тот, у кого были последние слова «ла илаха илля Аллах», он зайдет в рай, но сам противоречит «ла илаха илля Аллах». Сам противоречит, поклоняется идолам, поклоняется еще чему-то, помимо Аллаха, субхану ва Тааля. Азкар нет на его языке, нет упоминания Аллаха, субхану ва Тааля. Плохие слова он всегда матерится и говорит, и думает, что «ла илаха илля Аллах», нет. Он скажет то, что говорил всю жизнь. Если это были плохие слова, с этими словами и уйдет из этой жизни. Аль-Машайх в Саудии, когда учились, рассказывали, когда попал один человек в аварию, он всегда любил слушать музыку, и такую еще с плохим смыслом. И вдруг авария, говорит: я, субханаллах, шейх Ибрахим Аль-Фарис, наш преподаватель, говорит: я, говорит, еду тариқ ар-Рияд, Даммам, по дороге из Ар-Рияда в Даммам, смотрю, машина перевернута. И водитель лежит там уже, умирает. Последние слова я ему говорю: «Куль ля илляха илляллах», скажи «ля илляллах», скажи «ля илляха илляллах». Каждому мусульманину хотел бы сказать «ля илляха илляллах», но однако он что говорил? «Хал ахбабна л-маута ва ма юкарибуха», песни начал петь. «Мы любим смерть и то, что к ней приближает» и так далее. «Куль ля илляха илляллах», все, умирает, скажи «ля илляха илляллах». Он поет и поет и с этими словами. Другой, один мешаех, тоже, говорит, перевернулась также в аварии. Я подбегаю к нему.
Ну скажи, ля иляха илля Аллах. Он говорит, дайте мне сигарету закурить. Хочешь последний уйти. Субханаллах, хочешь с Аллахом так встретиться? То, на чем жил? Он бы, конечно, если бы хотел бы, если понимал бы, если у него в сердце зашло бы, он бы этого не сделал. Валякин ма дахалак иман калба. Иман не зашло в него веру. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, وَقَرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Сказали бедуины, мы уверовали, приняли и сказали мукминам. Аллах Субхану Та'аля говорит, قُلْ لَا تُؤْمِنُوا. Скажи, вы не уверовали. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Скажите, вы только приняли ислам, подчинились. А вот когда вера проникнет в ваши сердца, поэтому если то, что в сердце есть, и это выходит. Если был постоянно, поэтому пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Валя язалу лисанак ратибан бизикриллах". Пусть твой язык будет мокрым от поминания Аллаха субхана ва тааля. Постоянно, постоянно. Ученые заходили даже к Даурат аль-Мия в уборную, брали сауб, брали вот эту одежду и в рот звали. Почему? Хауфан мин ан язкуру Аллаха субхана ва тааля. Чтобы боялись, что на того поминали Аллаха субхана ва тааля, боялись, что там тоже помянут имя Аллаха субхана ва тааля. И с этим уйдешь из этой жизни. На чем жил? وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. А тот, кто на чем умер, на этом воскреснет перед Аллахом Субханаху ва Та'аля. Поэтому пост, да, Рамадан заканчивается, но пост не заканчивается. Есть айям шаваль, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мен сама Рамадан, ва атбаху би ситтати айямин шаваль, кана ка сиями ад-дахр». То есть тот, кто закончил, постился месяц Рамадан, и после этого 6 дней шаваля, как будто целый год постился. Понедельник, четверг, Йаум Арафа и так далее. Поэтому намаз, мечети вот у нас полные во время Рамадана, таравих переполняется, на утре намаз переполняется, на магриб переполняется, а в обычные дни сираты мечети, 1-2 сафа только. Аллаху алим, иншаллах, тут больше, иншаллах, здесь. Я говорю то, что бывает, то, что мы видим в России. 1-2 сафа, иногда пол сафа и так далее. Субханаллах, Рамадан переполнен. Поэтому мы должны быть «Уббад Раббил Рамадан», «Улейся Уббад Рамадан». Мы должны поклоняться Творцу Рамадана, но не самому Рамадану. Поэтому садака. Садака в Рамадане, когда человек дает что-то, хочет там угостить, постящимся и так далее. Но однако, да, есть тут «Схайру садака», и садака в Рамадан. Самый лучший садака – садака в Рамадане. Также пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе: من فطر صائما من طعام او شراب في رمضان صلت عليه الملائكه في ساعات رمضان وصلى عليه جبريل ليله القدر. Тот, кто сделал ифтар, пригласил людей в Рамадане, хотя бы одного человека, одним фиником, за него весь Рамадан будут молиться ангелы, Джибрил алейхиссалям в ночь предопределения за него будет делать дуа. Но однако Рамадан закончился, другие месяца тоже делаем садака. Постоянно должны им давать, не только в Рамадане. Поэтому Аллах Субхану ва Та'аля говорит: «Я юха ладзина аману ркау васджуду ва'буду раббакум ва фа'алу лхайра ля'аллакум туфлихун». О верующие, делайте поясные поклоны, земные поклоны, поклоняйтесь своему Господу, творите добро, может быть, вы преуспеете. И каждый из нас, уважаемые братья и сестры, здесь сестер нету, я уже по Москве говорю, уважаемые братья, каждый из нас захочет вернуться в эту жизнь, когда встретиться с ангелом смерти, когда уйдет. Чтобы для чего? Чтобы сделать благие дела. Аллах Субхану ва Та'аля говорит, ради этого, чтобы еще побольше, чтобы еще 2 раката намаз прочитать, чтобы садака дать. Ради этого каждый захочет. Жизнь нам быстро пролетает. По отношению вечности, это день или несколько дней. Аллах Субхану ва Та'аля говорит в сурате Аль-Му'минун: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Когда всех соберут людей, сколько вы жили на земле? Каждый скажет, день или часть дня. Спроси у всех, кто считал. Даже если человек 50, 60, 100 лет прожил, как будто по отношению ахира день или часть дня. Поэтому Субхану ва Та'аля говорит: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Когда придет смерть, скажет: О Аллах, верни меня. Ирджиун, верни меня. Лимада, зачем? لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Может быть, я сделаю еще благое дело, которое не успел сделать. Ради этого верни меня.
Поэтому в судный день нету дирхамов, нету долларов, евро, есть благие дела и грехи. Поэтому, уважаемые братья, мы делали, постились, выставили намаз, делали и'тикаф, читали Коран, аль-бука, аль-умра фи Рамадан, та'дилу хаджа ма'а ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, умра в Рамадане, хадж, как будто как хадж месяц пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, плакали, стояли и так далее. Ва фи ан-нихая аль-амр мин ман аль-макбуль ва мин аль-махрум. А в конце уже вопрос, у кого Аллах примет, а у кого нет. كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه ما مر على المؤمنين شهر قط خير لهم من شهر رمضان وذلك أن المؤمن يعد العدة فيه من النفقة بطاعة الله عز وجل пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет лучшего месяца для верующего, чтобы делать благое дело, кроме как, чем месяц Рамадан. Потому что в этот месяц верующий, он собирает для себя много благих дел через пожертвования и через подчинение Аллаху Субхану ва Тааля. وَمَا مَرَّ عَلَى الْمُنَافِقِينَ شَهْرٌ قَطْ أَشَرُّ عَلَيْهِمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُنَافِقْ يَعُدُّ الْعُدَّةَ لِاتِّبَاعِ الْغَفَلَاتِ وَزَلَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ. То есть, а для мунафика, лицемера, нету хуже месяца, чем Рамадан. Почему? Потому что он выискивает недостатки, ошибки верующих, и потом идет и сплетничает. И вот за это он отдалился от Рамадана, от поклонения, занялся ненужными делами. وكما قال شاعر غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما زرعوا. Завтра, то есть судный день, каждая душа увидит то, что она заслужила. И каждый то, что в этой жизни посадил, увидит плод этого в судный день. Если этот плод хороший, благой, то это для, него, для себя же он сделал. А если плохой, то плохо он его посадил. Аль-Кабуль, Аль-Кабуль, просим Аллаха, что принял от нас и от вас. قال سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Те, кто в раю, те, кто счастливые, то они в раю вечно там пробудут. Субхану, это подарок от Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому заканчивая эту лекцию, хотелось бы сказать, настоящее ас-саада, настоящее счастье ан-насиль иля ридван иллахи азза ва джалля, чтобы достичь довольствия Аллаха субхана ва тааля. Ва ридвану мин Аллахи акбар, субхана ва тааля говорит, довольствие от Аллаха это превыше всего. فساكتبها للذين يتقون ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Субхана ва тааля говорит, моя милость покрывает всё. Превыше всего, я ее дам для тех, которые богобоязненны, которые выплачивают закат, и при этом они веруют в наше знамение. وكما قال سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. Поистине милость Аллаха близка от тех, кто творит добро, то, что делает ради Аллаха سبحانه وتعالى. И в конце этого проповеди некого магазия хотел сказать, что от кого Аллах سبحانه وتعالى принимает? إنما يتقبل الله من المتقين. سبحانه وتعالى. Аллах принимает от богобоязненных. وما هي صفاتهم؟ А какие же صفаты, описание богобоязни, чтобы мы с вами постарались быть из них? Аллах Субхана говорит: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Это те, которые يؤتون ما آتوا, дают то, что им дал Аллах Субхана Тааля. При этом их сердца переполнен трепетом то, что они вернутся к Аллаху Субхана Тааля. أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Они спешат делать благие дела и соревнуются в благих делах. يَعْمَلُونَ الْأَعْمَالِ وَيَخَفُونَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلَ. Они делают дела и при этом боятся то, что Аллах Субхану Тааля не примет. Не так, что я дал, я сделал, все, Аллах кабулит. Не, боится. Вдруг просит Аллаха, что принял. Просит Аллаха, что принял. قالت عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها спросила у посланник الله يا رسول الله الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها спросила у посланник الله, тот, который делает, отдает то, что Аллах Субхану Тааля ему дал, и при этом он боится Аллаха, это тот, который ворует, делает прелюбодействие, зина, выпивает алкоголь, и он боится Аллаха при этом. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا لَا يَا إِبْنَةَ الصِّدِّيقِ. Назвала, нет, от дочка Саддика, от дочка Абу Бакра, своей супруге говорит. وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ
يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. رواه أحمد والترمذي. Нет, я Аиша. Это те, которые молятся, постятся, выплачивают закят, но боятся, Аллах примет или нет. Поэтому сахабы, радуаллаху алейхим, когда заканчивался месяц Рамадан, полгода просили, чтобы Аллах принял их пост. Дай Аллах, чтобы принял от нас и от вас наше поклонение, уважаемые братья и сестры. Прошу Субхану ва Тааля, как Он нас вместе собрал в этой мечети, чтобы вместе собрал вместе Фирдаус аль-Аля. Просим Субхану ва Тааля, чтобы Аллах Субхану принял, чтобы в наши сердца не зашли показуха, высокомерие, чтобы мы каждое дело делали ради Аллаха Субхану ва Тааля. Пускай Аллах простит нам наши грехи. И показатель, принял Аллах Субхану ва Тааля или нет, если мы после Рамадана станем лучше, чем до, то иншалла это аламат аль-кабуль. Это признак того, что Аллах Субхану ва Тааля принял. То же самое, когда после хаджа человек возвращается, разные люди. Кто-то вернулся, поменялся в чем? Пожелтело лицо, чуть-чуть загорел под над солнцем, насморк появился, заболел, температура поменялся. А другой же нет, приехал с иманом, сдал начало, альхамдулля, если не читал намаз, на намаз стал. Если читал намаз, дополнительные благие дела делает. И вот это, если лучше мы с вами будем, это признак того, что Аллах Субхану у нас принял. И жизнь, она коротка. Как пролетает месяц Рамадан, так же и наша жизнь пролетит. И мы все вернемся к Аллаху. Все до единого. И верующие, и неверующие вернутся к Аллаху. Нету другого. Только все кулюхум иля рабби им раджиун. Все вернутся к Аллаху. Ва ман ис-саид. А кто счастливый? Счастливый тот, кто вернулся к Аллаху еще при жизни. جعلنا الله وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاك الله